eSportBets.com. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Что ж, друзья, еще раз всем привет, с вами студия CSL TV и теперь только Strike. Игорек убежал по своим делам, а вот я в данный момент подключаюсь к серверу, и мы готовы начать наблюдать за всем происходящим на сегодняшней, последней игре, а именно NIP против команды Virtus Pro. Сегодня ВП уже проиграли один раз. Так, нам надо добавить звучку, не хватает нам вот ровно столько. Сделаем вот так, и вроде бы все четко. Итак, сегодня Virtus Pro уже проиграли. Проиграли рожденным побеждать. Это произошло буквально минут 15 назад на этой же карте. Поляки упали. Упали с неоднозначным счетом. 16-11 все это дело закончилось, но в последнем раунде у поляков... Были проблемы. Были проблемы, в первую очередь, технического характера. У Таза отключилась клавиатура. Ну и, собственно, это помешало полякам постараться хотя бы свести этот матч на ничью. Что в турнирной таблице? Нави остаются в чемпионской гонке. Будут продолжать набирать очки в рамках 9-го сезона Star серии. Ну а вот у команды Virtus Pro и NIP на данный момент... Ситуация такова. 8 игр у поляков, 7 побед и 1 поражение от Na'Vi. Ну вот, далеко забегать не стоит. Все мы прекрасно помним, это произошло буквально 15 минут назад. У Непов 9 игр, 8 побед и также 1 поражение. 1 поражение от команды Titan. Французы смогли обыграть NIP. Пока единственные, кто действительно доставили проблем шведам в рамках 9-го сезона Star серии. Ну и вот теперь настал черед поляков. Смогут ли поляки доказать, что эта команда является топовой и на данный момент лидирует в гонке топовых коллективов? А именно вот таких, как Титаны, NIP, Fnatic, Dignitas, Hellraisers и Virtus Pro. Кто же все-таки фаворит? Ну вот последние игры доказали, что фаворита... Нет, абсолютно. Все команды имеют шансы на победу. И тем интереснее наблюдать за такими принципиальными матчами. Ну что же, пистолетный раунд начинается. Команды готовы определить сторону, за которую будут начинать. И сайт-пик прямо сейчас на наших экранах. Смотрим, кто же начнет за дефенс на карте Train. Ну вот, однозначно обе команды хотят начать за дефенс. Но кому... Улыбнется фортуна или все-таки это скилл игры на ножах? Мы сейчас с вами узнаем. Кто же будет задавать экшен? Фифуарен разменялся с Нео по хелсбарам. Ну, как видим, все пока ровненько. Размен. Но шведы. Нет, все-таки поляки начнут за дефенс. 2 в 1 ситуация. Экзист красный против двоих игроков команды Virtus Pro. И да, спокойно Таз забирает экзиста. И мы будем начинать наблюдать за НИП в защите. Точнее, нет, это Virtus Pro начнут в защите, а вот НИПы будут атаковать. Каша в голове, действительно. Отдыхал я ровно неделю, и вот сегодня только мой первый рабочий день. Игорек также устал и заслуженно отправился отдыхать. А мы с вами сконцентрируемся максимально на
последнем матче сегодняшнего игрового дня. Virtus.pro NIP. Что может быть интереснее? Итак, что происходит в пистолеточке? Быстрый выход на открытую у команды NIP. Фрайберг забирает белого. Что дальше? Занимается аплент. Устанавливается бомба. Таз. Отличный минус Коги Трайту. Сравнивает счет по фрагам в этом раунде. Но Фрайберг врывается в десяточку. Еще два минуса в исполнении Фрайберга. И уже 2 в 4. Бомба стоит в живых. Паша и Снекс против четверых игроков команды НИП. Потеряли только Гитрайта. Ну и как же выбивать в такой непростой ситуации? Снекс и Паша что придумают? Бомба только сейчас устанавливается. С данного момента 35 секунд на все про все у польской команды. И как же в этой ситуации воспользуются поляки? Паша минус Денис. Снекс забирает Фореста. 2 в 2. Это уже интересно. Ну вот у Фрайберга по-прежнему просто шикарная позиция. Четвертый минус в этом раунде забирает Пашу. Но граната Снекса лишает жизни польского игрока. И теперь уже все в руках только Снекса. Казалось бы, только Снекса. Отличный дым прямо под себя. Но Фрайберг в дыму. Все в том же дыму находит первым же выстрелом голову польского игрока. 1-0. NIP начинают более уверенно, чем это сделали Virtus.pro в матче против Na'Vi за атаку. И берут пистолетный. Пистолетный в атаке. Что может быть лучше? Что может быть лучше? Смотрим на расстановочку. У поляков на Б-планте только Снекс с укрепления А-базы. И попытка перевернуть все на эко-раунде. Таз. Есть опен-фраг. Забирается Фуарена. Паша минус Гзист. Уже в два игрока преимущество у поляков. Ну, вот такие вот ошибки, конечно же, плохо скажутся на результате этого матча. Но Форест борется до последнего. Забирает белого и таза. Гетрайт дожидается поджимающего Снекса. И теперь Нео. Ну, вот все-таки не сумели точно так же, как в матче против Na'Vi, поляки перевернуть экономически после отданного пистолетного рожденным побеждать. Смогли взять эко без особых проблем, а вот с НИПами были близки. Остались вдвоем против четверых, но Форест и Гетрайт смогли перевернуть вот такую вот невыгодную ситуацию для своей команды и взять супер-клатч-раунд. Поляки понимали, что надо рисковать, надо идти на рожон. И тут как тут вступил в игру грозный Форест. Первое эко не получилось взять команде Virtus.pro. Ну, постараются взять еще разок, но на этот раз куда более уверенными будут шведские игроки. Гетрайт есть первый минус, забирает Пашу. Ну, хотя, посмотрите, опять-таки же, размен пухнул с баром. Мы видим, как проседают шведские парни. Фифуарн экзист, уже красная. Но при этом упала вся польская команда. 3-0, пока все спокойно. Во втором эко потеряли только Фореста. На первом сделали 3 минуса. В итоге 4 потерянных девайса у команды NIP за 2 экономических раунда команды Virtus.pro. И первый оружейный в первой половине. Все у нас первое. Все свеженькое. Только сейчас и только для вас. Стар-серия. Столь поздний час. Ух. Форест в очередной раз постарается нашуметь на открытом под раскидочку. Выпускает своих тиммейтов, а именно Гетрайта, который нет. Даже не занял вверх-вниз, просто раскидали шведы открытую и будут выходить на Снекса. Что тем временем у Снекса? Вот такая вот интереснейшая позиция. Ну да, заметить здесь голову поляка будет крайне тяжело. Справятся ли с этой задачей шведы, мы с вами узнаем прямо сейчас. Итак, выход на закрытую. Снекс. Есть опен-фраг, забирает Фрайберга, выбивает из того бомбу. Снекс. Неплохо попадает по Фуарну, спокойно уходит на более безопасную дистанцию. Ну и что же будет делать дальше? Нео. Второй минус в этом раунде. Забирает Гзиста. Минус от Фуарна. И разменами все-таки поляки оказываются в большинстве. Гитрайт и Форест. Вдвоем против четверых. Форест есть. Нет, это Гитрайт. Делает первый минус. Также сделал уверенно второй. Нашел белого где-то в дыму. Но дальше поляки одним за другим забрали шведов и взяли первый раунд для себя в защите. Ну, это хорошо. Это хорошо в первую очередь для красочности нашего матча. Почему? Потому что если бы шведы взяли четвертый раунд в атаке, дальше экономически от поляков, дальше просто шкала провалов, минус морали и такое. Ну, хотя на самом деле поляки не отличаются склонностью
фильтануть или вот как-то расстроиться после отданного раунда. Так что здесь все спокойно. Даже проиграв со счетом 13-2, поляков ни капельки не смущает. И вот могут спокойно брать камбэк. Как будет в этом матче? Ну, здесь вроде бы все спокойно. В четвертом раунде при проигранном пистолетке все-таки смогли додавить шведов. И теперь будут стараться набирать как можно больше раундов за дефенс. Что происходит у шведов в атаке? Смотрим на карту. Два игрока. Гитрайт и Фрайберг на зелени. Фифуарен и Гзист. Выход сверхниз. Форест в десяточке. Тем временем Тасс первый, кто попытается остановить шведов на открытом пунте. Пока безуспешно. Но вот белый поддержал. Забирает Гзиста. Падает Фифуарен. Что дальше? Ну, вроде бы все спокойно у поляков за дефенс. Гитрайт в живых. Один единёшник против всей команды Virtus.pro. На зелени. Как выходить, непонятно. Швед ошарашен всем происходящим. Казалось бы, все так неплохо начиналось для команды Ник в этом матче. Взятая пистолеточка. Вроде бы без особых проблем. Ну, и додавили просто поляки. Забрали Гетрайта с одной потерей. 3-2. Два раунда подряд от команды Virtus.pro. И это должно быть эко у шведа. Будет ли эко или все-таки морально-волевое? Нет, это эко-раунд. Нет. Ну, вот стоило мне сказать. Два девайса было у Гзиста и Гитрайта. У остальных точно вырисовывался экономически. Но это волевое решение. Гзист на морозе. Выход из десятки. Постарается быстро открыться. И этого не дают сделать поляки. Падают шведы один за другим. Но посмотрите, что происходит дальше. Фрайберг. Минус Нео, минус Тасс, живых только Снекс. Один против троих. Как провально начинался этот раунд для шведов. Казалось бы, уже ничто не спасет команду НИП в этом раунде. Но минус за минусом, а точнее три просто великолепных минуса от Фрайберга. И уже только Снекс сможет остановить шведов в этом раунде. Бомба стоит, отдымление десяточки от открытого пунта, и Снекс не понимает, как же ему надо выходить. Давайте посмотрим за укреплениями команды NIP. Фифуарен в десятке. Гетрайт наверх-низ и Фрайберг под окнами. Да, действительно, у Снекса нет шансов на выбивание в этом раунде. Постарается сделать хотя бы минус, выбить парочку девайсов из шведских игроков. Но шведы ошибаться не собираются и спокойно уходят на сейв в первую очередь своих девайсов, что, конечно же, позволит и Снексу засейвить его АКМ. 4-2. NIP нежданно-негаданно. Ничего абсолютно не предвещало беды. Два абсолютно хладнокровных раунда от поляков в защите. И тут вот такая вот себе нежданная закупочка. На морозе выбежали шведы на открытый плент. Спокойно потеряли двоих. И оставшись 3 в 5, Фрайберг сотворил действительно чудо. Фифуарен наверх-низ. Кто кого? Тасс или Фифуарен? Ну вот у Таза есть девайс. Есть армор. Есть абсолютно все для того, чтобы сделать минус в этом раунде. Тем временем Паш на зелени подвоевил Фрайберга. Ну и пока неплохо начинают этот раунд поляки. Гетрайт. Перестрелка с Пашей оставляет снайпера команды ВП красным. Чудом уходит Паша с зелени. А Гитрайт не смущается и спокойно идет по стопам снайпера команды Virtus.pro. Забирает Нео под окнами, и только белый смог остановить грозного Гитрайта. В итоге 2 в 3 красный Паша и Снекс против троих игроков шведской команды. Ну вот упавший Снекс в десяточке и Паша с АВП. 5% здоровья, и ничего не остается, как постараться засейвить свою снайперскую винтовку на следующий раунд. Как же неплохо начинался этот раунд для поляков. Open фраг, но дальше что-то пошло не так. И в живых остался только Паша. Viva Barça. Отлично. Ну, сейчас мы это быстренько исправим и уйдем в офлайн. Хотя нет, давайте досмотрим этот момент. Дадут ли засейвить Паша его ВП? Форест первый падает от грозного польского снайпера. Ну и что же дальше? Все-таки не хватит времени, или на последних секундах был Гзист близок к завершающему минусу в этом раунде, но просто-напросто не хватило времени. 5-2. В отрыв потихонечку уходят NIP в начале этого матча. Ну и что же, уже можно делать кое-какие выводы.
У Virtus.pro за атаку против Na'Vi не получалось абсолютно ничего. Вчера отдали 13 раундов, взяли всего лишь 2 в атаке, сегодня взяли 3. Ну, не знаю. Отданные 5 раундов шведам — это уже много. Но сейчас парни постараются взять эко и снэкс на закрытой. Просто разгромил команду NIP. В живых остается только Forest. Forest 1 в 2. И проигрывает перестрелку белому. Даже не заметил того. 5-3. Вот точно так же спонтанно берет команда Virtus.pro экономически. Вообще какой-то сумбур творится на карте. Логические раунды почему-то поляки не берут, когда все начинается в их пользу. Что-то вступает зловеще в игру, и NIP переламывает ход поединка. Очередной быстрый выход от команды NIP в десяточку. Но на этот раз все спокойно у поляков. И просто один за другим рассыпали шведы. 5-4, продолжается первая половина. У поляков уже есть 2 поражения в сегодняшнем игровом дне. Один матч в рамках ESEA лиги, американской лиги, которая после чего-то там звербует там 3-4 команды, которые едут, европейские команды, которые едут на крупный турнир в Соединенные Штаты Америки. Также было поражение у поляков от Na'Vi. Ну вот не хотят поляки закончить сегодняшний игровой день 3-м поражением к ряду, поэтому надо стараться вытаскивать этот матч у Непо. На эко-раунде бомбу поставили, при этом не забрали никого из поляков шведы. Задача минимум выполнена, деньги заработали. Смотрим, что с экономикой. Ну да, с экономикой действительно были проблемы, и если бы не поставленная бомба, то был бы такой вот скромненький бай у шведов в 11-м раунде. Но все-таки удалось поставить плент, и теперь можно разгуляться с выбором девайсов. Но, как видим, по-прежнему 5 АКМов, никакого АВП в атаке у команды NIP не намечается. И что будут делать парни на этот раз? Смотрим. Какая-то интересная раскидочка намечается у шведов. Гзист 1 будет спускаться наверх-вниз. Куда полетели гранаты, мы сейчас с вами посмотрим. Итак, довольно-таки неплохое дымление. И будет попытка поставить бомбу на морозе. Фрайберг проходит под окна, что дальше. Ну вот надежда только на Таза. Таз врывается в дым. Постарается не дать поставить бомбу, но на последних секундах все-таки Фифуарен устанавливает бомб-плент. Ситуация 3 в 4. Гзист, Гитрайт и Форест. Втроем против Неоснекса, Белого и Таза. Ну и Форест что творит? Наверх-вниз. Ёлки-палки, что же творится вообще в этом матче? Буквально за секунду инициатива переходит из рук в руки. Снэкс 1 на 1 против Гитрайта. Дым на бомб-плент. Постарается раздефузить поставленную бомбу на пленте. Что будет делать Гитрайт? Ну, как видим... Ой-ой-ой. Перемудрил Снэкс. Перемудрил Снэкс и вот в такой вот ситуации проиграл дуэль Гитрайт. 6-5 в очередной раз. NIP вырывается вперед в этом матче. Полякам по-прежнему надо взять хотя бы 9 в защите. Надеяться на взятие пистолетного раунда в атаке. И уже после этого как-то начинать оформлять свой камбэк. Потому что действительно 6 раундов в атаке — это очень-очень много. Белый на открытый открывает счет фрагом, забирает Фореста. Ну вот, как минимум, успокаивает то, что главный злодей команды NIP упал. Можем посмотреть на статистику, хотя нет, вроде бы все ровненько. Фрайберг и Гитрайт. А, и в этой троице еще и Форест. Фрайберг, Гитрайт и Форест по 10 фрагов за 11 сыгранных раундов. У Фифуарна и Экзиста по 3 фрага. Ну вот действительно, эта парочка отстает, причем довольно-таки серьезно. И вот как раз-таки шанс, дабы исправить ситуацию. Фифуарен при попытке прочекать закрытую получает порцию дэмэджа. Остается чудом в живых. 3% здоровья у Фифуарена остается на этот раунд. И есть по-прежнему Гзист и Гитрайт.
Гзист, попытка отстрелить кого-то на верхней волне, ничем интересным не заканчивается, там никого из поляков нет. Ну и посмотрите, куда уже пробрался у нас, кто же это? Это белый. Тем временем, выход пойдет на Нео. Нео спокойно справляется с выходящими шведами, на нижнюю волну забирает Гитрайт и Фифуарна, Гзист на верхней, минус ТАСС. Ну и что же придумает Гзист? Ну, постарался выдавить максимум сложившейся ситуации. Сделал один минус, постарался сделать еще парочку, но этого сделать не удалось. В итоге у шведов будет эко. Эко, и по деньгам действительно проблемы. 1500. Вот такой вот средний показатель денежного эквивалента команды NIP на этот раунд. В следующем дадут еще плюс 1500. Надо ставить бомбу шведам, или будет два экономических подряд. Итак, Нео и Снекс готовы принимать выходящих на закрытую игроков команды NIP. Ну, вроде бы все спокойно у поляков. Один за другим, забирают шведских игроков и берут очередной раунд для своей команды. 7-6. Уже хорошо. Уже хорошо, но еще не то. 9-6. Это оптимальный счет вот в данной ситуации для Virtus.pro. Надо брать все. Все, что есть у команды NIP в первой половине. Ну, а что же будут делать шведы? Шведы будут бежать в аркаду. Как видим, Форест будет первым открываться на зелени. Но на самом деле, как видим, добежали до зелени, остановились. Под раскидку будут заходить в тупики. Фрайберг минус Паша. Ну и отличный раунд показывает нам команда NIP. Белый забрал Фитварена. Ну и дальше все по сценарию команды NIP. В живых только Снекс и Нео. Снекс упал. Нет, это Нео упал, а вот Снекс остался один против четверых. И это седьмой раунд для... для ниндзя в пижамах. Ну вот действительно провал у поляков в первой половине на трейне. Отдать 7 раундов в атаке — это действительно провал. Снекс забирает Фореста при попытке того лишить жизни снайпера команды Virtus.pro. Ну и Гзист справляется с этой задачей. 7-7, счет равный. И кто же станет победителем в первой половине, по-прежнему непонятно. Да, действительно непростой матч для Virtus.pro. Что-то вот пошло не так. Какой-то спад намечается в игре поляков после отличной и безупречной игры от команды ВП. На MS1 Катовице был действительно отлично сыгран фрагбайт, за исключением вот игр финалов. Вот. До финала все было просто безупречно. Но вот дальше поляки что-то посыпались. И с этого момента у них начался какой-то действительно спад. Сегодня проиграли уже два матча. Вчера были на грани срыва против Na'Vi, проигрывая со счетом 15, если не ошибаюсь, 2 или 3. Поляки дали камбэк и выиграли этот матч. Но сегодня все стало на свои места. Поражение от Dignitas, поражение от Na'Vi. И теперь вот такая вот неоднозначная игра со шведскими нипами. Действительно, проблемы могут придумать себе поляки на ровном месте. До этого момента шли без поражения в рамках Star-серии. Сегодня было первое поражение для них от рожденных побеждать. И вот теперь нипы готовы оформить второе поражение для команды Virtus.pro. Но... не будем забегать вперед. Впереди еще вторая половина, и на самом деле все только начинается. Нео делал максимум на трейне против нипов. 18 фрагов, 9 ассистов и 9 смертей. Это действительно очень хорошая статистика, но вот тиммейты не поддержали. Хотя вроде бы все ровненько. 13-13. У белого, у Снекса 11, Паша бицепс 9, ТАСС 8. На самом деле нет каких-либо провалов, просто нипы собрались. Собрался Форест, собрался Гитрайт и собрался в первую очередь Фрайбер, который в пистолетке сделал 4 минуса. В важнейшем девайсном раунде также сделал 3 минуса, когда остались в меньшинстве шведы. Ну и теперь пистолетный раунд. Смотрим, что происходит у поляков. Белый в одиночку разводит шведов на зелени. Тем временем ТАСС, Нео и компания будут пытаться выходить на закрытую. Все это дело готов принимать Гитрайт. Смотрим за Гитрайтом, как будет действовать швед.
ушел на безопасную дистанцию. Подвоил на ошибки Пашу. Будет и второй минус от Гитрайтера. Забирает Снекса. Фрайберг минус Нео. Рассыпаются один за другим поляки. Белый таз. Ну, вот так вот. Выбивает команда NIP бомбу на закрытом пленте. Запустили поляков без размена. Все было спокойно. Саша красавчик. Уходим в офлайн. Так, нам надо... В его full friends и спокойно офлайн. Да, молодец, но лучше бы ты и этого не писал. Так, 8-8, счет равный. Буквально один взятый раунд, и НИП уже сравняли счет в этом матче. И теперь два экономических у поляков. Бомба была поставлена, что гарантирует бай в третьем. Конечно же, если поляки не закупятся сейчас, чего они не делают. Глоки в арсенале команды Virtus.pro, и парни постараются в первую очередь поставить бомбу, дабы заработать больше денежек, дабы был бай посочнее, чтобы был шанс взять ВП у Паши Бицепса и реализовать его на полную. Фифларен и Гитрайт готовы принимать выход на закрытую. Фифларен и Гитрайт сделали уже по минуту в этом раунде. Гитрайт не дает Паше поставить бомбу. Ну и здесь вроде бы никаких проблем у шведа возникнуть не должно. 9-8. Вырываются вперед шведы, но это прогнозируемый рывок на два раунда. Хотя нет, на один. У поляков бай в третьем. В третьем раунде второй половины. И посмотрим, как же его реализуют игроки команды Virtus.pro. Ну, выход 2-2-1. Не он... Нет, это не 2-2-1. Нео думал, будет бежать на закрытую, но Нео спокойно занимает закрытую. Фрайберг минус белый на зелени. Замечает еще и Снекса, но вот Снексом стреляется также агрессивно. Не боится абсолютно. Форс приходит на помощь тиммейту. Отличный фраг. Преимущество в два игрока у команды NIP в этом раунде, и парни серьезно настроены взять под сухую сторону дефенса. Так, а кто это такой смелый? Это Нео. Просто на морозе вышел в дым. Фифларен пресекает такую попыточку. Где есть минус Тас на открытый. Фрайберг забирает Пашу. Ну и без потерь. Абсолютно без потерь берет этот раунд команда NIP. Счет 10-8. И теперь действительно шанс вырваться вперед в этом матче. Эко-раунд от поляков. Ничего на нем не придумают польские игроки. Три ЦЗ-шечки или три чешечки покупают поляки. Ну и постараются разыграть эти девайсы. Все те же с чешечками Паша Бицепс и его излюбленный пистолет. Постарается он сейчас сделать парочку минусов, но удастся ли это поляку, даже не знаю. Смотрим на карту, как растянулись поляки. Белый на зелени, Паша в десятке. Тем временем выход на Гитрайта, выход на закрытую. Но бомба у Таза. Бомба у Таза, и да, бомба будет установлена. Гитрайт забирает Нео. Нет, на последней секунде взрывается Таз, не ставит бомбу. И опять-таки же раунд берется без потерь и без поставленной бомбы для команды NIP. Вот так поворот. Буквально доли секунды уже бомба была практически поставлена на землю руками Таза, но граната сорвала этот план и не удалось реализовать великолепную задумочку. Так, ну вот у Фифлара на АВП это интересно. Насколько хорош Фифл с АВП, даже не знаю. Ну, мне кажется, все-таки не его это девайс, но вот решили именно так использовать Фифларна в этом матче. Фифларн, есть первый промах. Что будет дальше? Есть второй промах, но это рандомный выстрел. Попытка в дыму найти кого-то из польских игроков. И вот теперь появляется реальный шанс. Фифларен забирает Нео. Опять-таки же преимущество в два игрока у команды NIP. Снэк сокращает это преимущество. И посмотрите, что творит Фифларен. На морозе просто докузит бомбу. И что делали поляки в этот момент? Фифларен просто без задних мыслей подбежал к бомбе, кинул дымок и сел дефузить. Прикрывали, конечно же, тиммейты, но вот чем занимались в этот момент поляки, было непонятно. 12-8, и пока никаких шансов для команды Virtus.pro во второй половине не предвидится. Да,
А вот теперь и у поляков могут возникнуть проблемы с прохождением на LAN финал 9-го сезона Star Series. Второе поражение в одном игровом дне, и это только начало. Впереди еще будут Фнатики, будут Титаны, будет очень много интересных игр у команды Virtus.pro. Очередной просто бесшансовый прием открытого фланта. Только белому удается сделать минус. Забирает Фрайберга. Забрал еще Экзиста, но Форест тут как тут. 13-8. 5 раундов преимущества у команды NIP в этом матче. И у поляков крах в экономике. Нет денег, нет достойной закупки. Но поляков это не смущает. Будут закупаться парни, будут стараться прервать вот такую вот беспроигрышную серию раундов от команды NIP. Ну и что же придумают на этот раз? Смотрим на карту. Паша в десятке. Белый что-то медлит. Готовит, наверное, какую-то раскидочку. Да, это будет дым на открытый плент. Ну и троица. Неос, Некс и Тасс постараются выйти на все того же Фореста. Форест на морозе просто оставляет двоих красными. Польских игроков. Нео и Тасс лишились практически всего здоровья. Ну и вот такие провалы от Паши. Это, конечно же, нонсенс. Это, конечно же, провал. Вот такого мы давненько не видели от поляков. Таких провалов в стрельбе в первую очередь. Паша должен был как минимум делать один минус, но вместо этого просто умер и не смог ничего показать в этом раунде. 14-8. Спокойно НИПы оформят победу в этом матче. И поляки что-то действительно подсдали в последние дни. Наверное, надо сделать небольшую паузу. Отдохнуть. Слишком много было Counter-Strike у команды Virtus.pro за последний месяц. Готовится Фрагбайт, Star Series, Fnatic Fragout, E-Gaming Bet. Действительно, большое количество турниров за вот такой вот короткий срок. И это не может не сказываться на состоянии команды. Все мы живые люди, и поляки тоже умеют уставать, умеют ошибаться, и действительно, в этом нет ничего странного. Эко-раунд берется без особых проблем. Потеряли двоих игроков НИПы, дали поставить бомбу, но это не главное. Главное, что нет игры в данный момент у команды Virtus.pro. И ничего не сможет помешать НИПам заполучить 3 очка в этом матче. Действительно, ожидал я большего от этого противостояния. Все-таки, как-никак, Virtus.pro, NIP. Действительно, титаны. Титаны в мировом рейтинге CSGO. И в этом матче Virtus.pro не показали тот максимум, который мы с вами привыкли видеть. И шведы пока действительно заслуженно доминируют. Open фраг от белого на зелени. Гзист разменял, забрал Пашу. Ну и что же будет у нас дальше происходить в этом раунде? 4 в 4 ситуация. У Гзиста есть проблемы со здоровьем. Всего 15% осталось у Гзиста. Ну, упал Форт на зелени. Но что на карте? Зист на крыше получает гранату по инфе. Белый. Еще один минус. Падает фифуар на десяточки. И теперь только Гитрайт может воспользоваться первым матч-поинтом в этом матче. Но вряд ли это дадут сделать поляки. Ситуация действительно плачевная для Гитрайта. Бомба стоит на открытом. И вот такие вот позиции у команды Virtus.pro. Уже готовы зажимать Гитрайта при попытке засейвить того девайс. Спалили местонахождение. Ну и теперь считанные секунды остаются до смерти Гетрыча. Гетрыч по-прежнему мансует. Пытается каким-то чудом сохранить жизнь себе в этом раунде. Красным оставляет Нео. Что творит Гитрайт? Ну это просто фантастика. Неужели он выживет? Нет, белый не дает. Не дает засейвить девайс, тем самым оформляет эйс в этом раунде. Белый сделал 5 минусов и отыграл первый матч-поинт для команды Virtus.pro. Ну что ж, с второй попытки NIP постараются все-таки реализовать еще один матч-поинт. Интересный арсенал по девайсам. Фифуарн. АВП у Фрайберга. Плетка. Плетка на зелени. Ну и вот как раз таки за попыткой реализовать эту плеточку мы с вами наблюдали. Не попадает по белому. Тем временем Паша на морозе просто вышел с десятки. Постарался отстрелить Гзиста, но, как видим, не получилось.
Ну, да, все-таки здесь ГГшечка. В живых только Снекс и Таз. А, выход на закрытую, попытка Снекса. Ой-ой-ой. Такого не ожидал Таз, но... Не сумел Гетрайт воспользоваться ошибкой поляка. И что же, 2 в 4 ситуация. Выход на закрытый плент. Снекс и Таз. Снекс идет в дым. Просто на морозе постарается продавить шведов. Никого не видит Снекс. Что делать дальше? А вот это уже интересно. Снекс удивляет Фрайберга, но не столько удивляет, сколько не дает сделать минус. В итоге 16-9. Ничего абсолютно не показали Virtus.pro в этом матче. На самом деле, парням действительно стоит сейчас взять... пару дней отдыха, набраться сил и уже более сфокусированными на победах продолжить выступление в рамках 9-го сезона Star серии. Ну что же, на этом будем заканчивать нашу трансляцию. Для вас работал Страйк, также был сегодня в студии СВМ. Ну и завтра мы опять-таки же вместе с Игорьком будем для вас комментировать матчи Star серии. Еще раз всем спасибо, до новых встреч, всем пока!